Родина Сибири необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Моя родина Сибири необъятно. Друзья, мы снова вместе. В самой трансляции будут изменения такие, я надеюсь, положительные. Объясняю. Значит, бывает критика, в чем она заключается? Я сильно разбрасываюсь. Тогда я решил так. Не меньше половины, не меньше часа вебинара будет посвящено конкретной теме. Например, этого вебинара. Например, я к ней готовился, но, правда, я не ожидал такого резкого изменения погоды. Вот, это посадка семян. Еще осенью многие из вас посадят семена. Нет, слово «многие» неправильно сказал. Многих не будет. Некоторые из вас посадят семена, хотя лучше бы было «многие». Раз. Поэтому целый час я посвящу посадке семян. Вот. Присущей мне манере. То есть на основе будет очень яркие, очень показательные, очень объяснительные фотографии. То, чего вы никогда не узнаете и не увидите ни в фильмах других авторов, ни в учебниках, ни в статьях, нигде. Итак, это будет полфильма, полвебинара. Дальше, значит, текучка, ответы, вопросы, злободневные, это два. И начну я то, чего я не ожидал этого еще 2 часа назад. А начну я вот откуда и почему. Итак, значит, едем мы домой всего 2 часа назад. 1,5 часа назад. Еле живая Татьяна Александровна Железова. И ее муж и мой сын Сергей Железов. И они два помощника. Вот. Он, как всегда, не выспатый, с крана слез. Я уже не выдержал, сам повез их. Боялся его за руль, чтобы он за рулем сидел. И в результате это был второй день сборки. И вдруг случилось. Это тоже, я считаю, учеба. Вдруг случилась беда, не беда, но этот катаклизм очень сильный. Вот. В чем он заключается, катаклизм? Если кто смотрел по телевизору вчера, тот видел, как разводят руками метеорологи. Они взяли, померили снеговой покров в разных регионах, то есть в европейской части, север, Урал и почти вся Сибирь. И везде снега по-разному, и сравнили с таким же снеговым покровом в прошлом году. Оказывается, на целый месяц все сдвинулось. Казалось бы, все. Казалось бы, беда неизбежна. То есть, что толку получат? Это учеба, ребята, еще раз. Получат люди посылки. Сейчас я вам их покажу. И а снег еще больше навалит. Так вот, я хочу сразу успокоить, потому что обычно после этого, так как это еще разница, метеорологи сказали, все сместилось на месяц. То есть в течение нескольких дней все должно вернуться обратно. То есть это не ноябрь, это все-таки октябрь. И тогда все успевают посадить, а большинство из вас это кто? Европейцы. Там, где вас дурят, где обманывают, где нет никаких маточных садов и никаких питомников. Там есть фотографии, вырванные и украденные из интернета, в том числе и мои. Вот. А здесь все по-настоящему. Итак, надеюсь, успокоил. Значит, завтра заканчивается эта работа. И Татьяна Александровна, ну и посылки, попросила вам передать следующее. Не мотайте ей нервы, пожалуйста. Не бойтесь, это каждый год у нас такая история. Каждый год. Вот. Климатическая зона такая. Плюс-минус, плюс-минус. Вот. И получилось, значит, не поздно получить посылки. Константинович, дорогой, пожалуйста, объясни людям. Объясняю. И на всякий случай расскажу про эту работу. Я сказал, я уже наделал фотографии, отчитаюсь, как каждый год я это делаю. Питомник-то настоящий. Вот.
И тогда смотрим. И главное, просьба пока не звонить, дождаться посылок. А, и вот еще от себя добавлю, знаете что? А я добавлю следующее. Пусть будет этот вебинар у нас засверстан, а следующий будет про посадку. Договорились? Про, вот этот про посадку семян, а следующий про посадку саженцев. Это две большие разницы. Поехали. Итак, вот это сегодняшняя работа, 14 октября. Не подумайте, что ноябрь. Вот, коротко. Коротко. Что-то у меня перескакивает. Ага. Вот такие корни я специально показываю. Вот такие корни. Это что перескакивает? Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Ну, тут я пока, чтобы не мешать, снимал все, что рядом находится. Вот. И заодно я снял вот это самые последние груши, какие висят. Это зимний сорт. Груш называется Дикарская. Фильм снял отдельно. Потом увидите. Сегодня не успеваю уже даже скачать его. Завтра. Вот. Самое незавидное, которое не знаем, что делать. Яблонька называется Фонарик. Сергею прислали черенки. Он вот такие вот. Ну, один на память оставил. Ну, для кого-то это шедевр. А Сергей не знает, что теперь сделать. И рука не поднимается выпилить. Ну, а где-то при полярном круге этому фонарику были бы рады. Вот. Это саженцы привитые. Это он тут же при мне выкапывал. Вот. Это, значит, маточное дерево сварог. Вот оно, последнее я огрушку с него нашел в снегу. Вот. И еще хотел сказать, что это особый случай. Это особое деревья маточные. Заготовка черенков впереди. Вот. Ну и еще покажу. Этот сорт, он всем хорош. Это зимний сорт. Они до сих пор висят на дереве. Это Слава Мичуринска. Очень хорошо, если у вас такой сорт будет. Это он у меня, это не первое дерево. У меня 150 таких деревьев сожгли на острове. Сжигая 1500 яблок, в том числе сожгли 150 вот этих деревьев. Вот. Есть такой у нас был, есть Бельтяевский Адольф Александрович, замечательный садовод, не состоявшийся гений. Не состоялся, потому что оказался не нужен в стране. Вот он мне подарил этот сорт. Слава Мичуринска. Шикарнейший сорт. Видите, прошло. Это было в 90-м году. Вот. А я до сих пор помню. Это сколько? 34 года назад. А я помню. У меня избирательная память. Вот так. Теперь вот это вот сбор посылок. Вот это сбор посылок. Сбор посылок. А это уже собранное. Слава Богу, днем было минус 1,0. Это значит, сохранность идеальная. Вот. Ну, в общем, посмотрели. От именно Татьяны молилась. Звонки, звонки, караул. Не бойтесь, сейчас этот всех сойдет. Как пришел, так и уйдет.